Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. На этом видео мы будем вязать с вами сумку. До этого мы уже с вами вязали косметичку, вот такую. И без вас самостоятельно я связала такую же, только украсила ее немножко по-другому. Но я думаю, что фотографии, которыми делилась, вы видели. Сумочку я буду вязать коричневого цвета, такую же, как и вязали мы с вами косметичку, то есть такими же цветами. И для работы я также буду брать 4 цвета нити. Салатовая у меня для сердцевинки цветка. Вот такой цветок мы будем с вами вязать. И 2 яруса, и они у меня разного цвета. Цветок я буду вязать крючком номер 3, который подходит для толщины этой нити. Нить у меня ленточная. А саму сумочку я буду вязать в 2 нити и крючком номер 4. Видео разделится на несколько частей, чтобы вы не уставали и вязание приносило вам удовольствие. В первой части мы будем с вами вязать вот такой цветочек. Для сумочки понадобится 24 цветочка. Или же, если вы хотите сумочку побольше, то тогда можно и вязать и цветок побольше. Так, садимся поудобнее и начинаем вязать. Начинаем вязать сердцевинки цветка. Для этого выбранный вами цвета провязываем вначале волшебное кольцо и затем в кольцо вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Затягиваем петлю и присоединяемся в первый провязанный столбик без накида соединительной петлей. Далее провязываем воздушную петлю и сюда же вяжем столбик в первый столбик предыдущего ряда столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем петлю в предыдущем ряду, в следующую вводим крючок и провязываем столбик без накида. Вот у нас образовалась арочка. И таких арочек у нас будет 6. То есть в цветке у нас 6 лепестков. Снова провязываем 3 воздушные петли. Одну петлю пропускаем в предыдущем ряду, столбик без накида. Так, вяжем до конца ряда. В конце присоединяемся в первый провязанный столбик без накида. Итак, у нас получилось с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6 арок из 3 воздушных петель. Ниточку обрезаем. Все ниточки затем аккуратно будем прятать с изнаночной стороны работы.
Берем следующий цвет нити. Провязываем начальную закрепительную петлю. И присоединяемся в один из столбиков без накида, уже провязанной сердцевинки. Провязываем столбик без накида. Далее вяжем 2 воздушные петли по цепочку из 3 воздушных петель. Свяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Снова вяжем 2 воздушные петли и над столбиком без накида предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Первый лепесток готов. И повторяем следующий лепесток. 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли, столбик без накида над столбиком без накида предыдущего ряда. 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли и столбик без накида. И последний лепесток, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. Присоединяемся соединительной петлей в первый провязанный столбик без накида. Итак, у нас готовы первый ярус, 6 лепестков. Ниточку обрезаем, так как меняется цвет. Второй ярус берем следующий, выбранный вами цвет нити. Провязываем в начале закрепительную петлю. Присоединяемся к одному из столбиков предыдущего яруса столбиком без накида. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Над столбиком предыдущего ряда провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Над столбиком столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. И шестая арка
из 4 воздушных петель и прикрепляемся соединительной петлей первый провязанный столбик без накида этого ряда. Далее воздушная петля, и в этот же столбик предыдущего ряда провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, и теперь по цепочку из 4 воздушных петель провязываем 5 столбиков с одним накидом. Здесь мы вязали 3, во втором ярусе у нас 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 2 воздушные петли и столбик без накида. И так повторяем следующие лепестки. 2 воздушные петли по цепочку из 4 воздушных петель. Провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 2 воздушные петли и столбик без накида. И повторяем так, вывязывая все 6 лепестков. Две воздушные петли, 5 столбиков с одним накидом под арку из 4 воздушных петель. И у меня последний лепесток. 2 воздушные петли и 5 столбиков с одним накидом под арку. И заканчиваем вязание ряда, присоединяясь соединительной петлей в первый провязанный столбик без накида и ниточку обрезаем. Вот цветочек готов. И таких листочков, таких цветочков, вернее, нам нужно связать 24. Получается сумочка в 3 ряда, и в ряду 8 будет таких цветов. Аккуратно прячем ниточки, так чтобы они у нас не повылазивали. Навязываем 24 штучки. И встречаемся в следующей части видео. До встречи!